Давайте вот запушим все эти степени двойки и посмотрим на так называемый круглый бильярд. Когда бильярдный стол имеет форму круга, видели, как бильярд играет? Ну там, значит, толкают шарик, шарик летит, ударяется об бок, летит в другую сторону. И что, как шарик ударяется об бок? По правилу, что угол падения равен что? Отражение. Ну, можно считать, что это не шарик, а это просто зеркальная поверхность. А вы вот здесь включили фонарик и пустили лучик света. Ну, например, лазерную указку. И вот лучик света полетел. Значит, вот представьте, что вы вот нарисовали здесь касательно, и вы пустили вот под углом альфа, пустили лучик света. Что будет дальше с ним происходить, если он действует по принципу угол падения равен углу отражения? Что дальше будет с этим лучом света происходить? Он отразится под углом альфа. Касательно нарисовали, правильно? Так, вопрос, под каким углом он подойдет к этой касательной? Альфа. Альфа, помните, да, какая теорема замечательная, что угол между касательной формой исчисляется половинами дуги. Было такое дело, что если взять окружность, взять касательную, взять форму, то вот этот угол, это в точности половина вот этой дуги. Были углы опирающиеся на что-то такое? Значит, получается так, что вот этот угол тоже альфа. И значит, и вылетит он отсюда тоже под углом альфа. Правда? И что же получается, что каждый раз он проходит дугу, следующее падение происходит через дугу длины какой? 2 альфа, правильно? То есть длина дуги 2 альфа. Получается, что если я смотрю только точки столкновения шарика, там, при луча света с окружностью, то они идут с шагом альфа. Ну, с шагом 2 альфа. Вот он там как ходит, вот так пойдет, так далее. Значит, встает вопрос, а как устроена траектория движения? Вот будет ли такой момент, когда эта траектория замкнется? И у вас там просто провиснут такие лучи зеркальной комнаты. Или мячик будет, шарик будет бегать по... Или он каждый раз будет сталкиваться в новую точку. С чем это связано? Это опять связано с тем, вот это 2А. Это рациональный шаг, соизмеримый с длиной окружности или нет? То есть, если смотреть на точки столкновения, то это просто заяц прыгает по окружности с шагом 2 альфа. Понятно? И если это 2 альфа было взято, альфа было взято иррациональным числом, то получается, что эти точки, они так плотненько заходят, будут расположены на всей этой окружности. При этом, что интересно, траектории движения этих шагов света, они не будут плотны на этой окружности. Тут будет область, где ничего не происходит. Окружность, которая касается всех этих полок. Эти хорды, они все расположены на одном расстоянии от центра окружности. Это связано с тем, что если окружность фиксирована, то одинаковые дуги стягиваются чем? Одинаковыми хордами. А расстояние от хорда до центра, оно только от хорда зависит. Понятно? Значит, получается, вот другая модель, которая никакого отношения, если меня будет, не имеет, а имеет отношение либо к бильярду, либо к, например, модели, как летают в круглом таком вот, скажем, такой вот цилиндрической формы. Кружки двигаются молекулы газа. Вот как она, как летит конкретная молекула газа? Вот она летит, как только сталкивается, отлетает так, что угол падения равен углу отражения. И вот спрашивается, как они будут двигаться. Вот какой вопрос вас здесь интересует? Во-первых, вот я нарисую какое-нибудь вот здесь место. Можно ли вот думать, что сюда свет никогда не попадет? Ответ. Если угол альфа иррационален, то нет. Думать так нельзя. Ну или что то же самое для шара. Можно ли думать, что шарик сюда не ударит? Ответ нет, нельзя, он обязательно сюда ударит. Вопрос тогда возникает такой. А вот я там нарисовал дугу и здесь нарисовал дугу. В какую дугу шар будет бить чаще, а в какую реже? То есть вопрос такой, как распределены вот эти точки на окружности? Понятно?
есть как устроены эти точки? Это просто-напросто n, ну в данном случае 2 n альфа, n на 2 альфа. Так? А в общем случае получается, что нас интересует? Нас интересует, как расположены на окружности точки, которые получаются там. Вот мы стартуем с нуля и начинаем откладывать один и тот же шаг. Ну, давайте мы его тоже альфа назовем. Только там, поскольку угол за альфа взят, вот было 2 альфа сначала. Вот мы начинаем откладывать это 2 альфа и так далее. И вот мы интересуемся, эти точки, как, они равномерно расположены на окружности? Или все-таки где-то сгустки, а где-то их меньше? Как это понять? И что значит, что они расположены равномерно? С точки зрения такого вот алгебра, если никакой окружности смотреть, то задача такая. Вот у нас есть отрезок от 0 до единицы, и есть такая последовательность xn, состоящая из дробных частей n альфа. n натурально. Это как раз и есть, когда я двигаюсь по окружности, я целое число оборотов выкидываю. Но дробная часть так и поступает, она целую часть числа что? Выбрасывает, оставляет только дробный кусочек. Правильно? И вот возникает вопрос, а как вот эти точки xn распределены на отрезке от 0 до 1? Вот можно ли считать, что где-то они бывают чаще, а где-то наоборот реже? Пока все, что мы с вами умеем понимать, устроено так, что если альфа рациональное число, то это просто конечный набор точек, а между ними пустоты такие. Да? И по этим конечным числам точек это n альфа гуляет, пробегая их вновь и вновь. Если альфа иррациональное число, то все, что мы знаем, это что какое бы мы ни взяли, какой бы интервальчик мы здесь ни взяли, обязательно здесь есть точка такого вида, обязательно есть какой-то xn. Но это еще не объясняет, так сказать, сколь часто эти точки встречаются в этом интервале. Вот скажем, будет ли так, что вот в этом интервале точек столько же, сколько точек вот в таком интервальчике, такой же точной длины, но размещенном в другом месте этого отрезка. Или все-таки там какое-то хитрое расположение. Они где-то сгущаются, а где-то наоборот реже. Бывает. Значит, вот эта последовательность чисел, она распределена так равномерно. То есть точек ровно, если так можно выразиться, столько, какова длина соответствующего интервала. То есть число точек, но только это неправильно, потому что в каждом интервале точек бесконечно много. Но возьмем бесконечно много, это никто не знает, что такое. Зато все знают, когда просто много. Вот. Вот возьмем очень много точек. И посмотрим, сколько из них попало в интервал длины L. И окажется, что доля попавших в интервал длины L примерно будет L. Вот когда так случается, получается, что вам точки, они им все равно в каком месте отрезка будет. Для них нет каких-то зон отрезка, которые более привилегированы, чем остальные. Да? Они не считают, что вот в какую-то где-то зоне накапливаются точки, а где-то нет. Значит, вот такое явление описывается, что это последовательность коринарных момент. Долгая формулировка такая. Последовательность xn распределена на отрезке 0,1 равномерно, если для всякого отрезка АВ, лежащего внутри отрезка 0,1, верно следующее. Величина такая, число ХК, принадлежащего отрезку АВ, среди первых n, отнесенное к n, то есть доля xk среди первых n, попавших в этот отрезок, стремится, когда n стремится в бесконечность, то есть когда n растет, да нет, это число должно приближаться к b минус a. То есть в равных отрезочках будет примерно одинаковая доля точек. Это и означает, что они так вот рассыпались равномерно. Вот, как будто представьте, вы решили грибы на сушку положить. Хорошее расположение какое? Когда они так вот одним слоем равномерно лежат. А плохое, это когда взяли кучу сыпали вот так. И у вас получилось, что вот здесь много, а там по чуть-чуть.
Вот эти точки XN, они устроены как первая ситуация, но не как вторая. Их везде одинаковое количество, они так размазались по этой матрице равномерно. Вот это выражено следующим образом, что для любого подотрезочка доля попавших туда XN одинаковая. Вот у нас получается такая картина. Вот есть отрезок номер один. И вот мы внутри взяли отрезочек АВ. И считаем среди первых n, сколько туда попало. Относим ко всему n и видим, что это должно получаться примерно по минусам. Теперь у нас с вами весьма конкретная последовательность. Xn равно угловая часть n альфа. И у нас гипотеза, что вот то, как прыгает заяц по окружности, да, с несоизмеримым шагом, с длиной окружности, его следы распределены равномерно. Значит, вот возникает вопрос, как это понять? Вот действительно ли для этой последовательности верно вот это правило? Понятно, да, в чем задача состоит? То есть мы хотим проверить, что есть ли для этой последовательности. Я вот возьму n достаточно большое и начну считать, сколько в этот отрезок из этой последовательности попало, то я насчитаю примерно какую долю от этого n. Я насчитаю примерно b минус a на n. Понятно, да? То есть вот как это проверить? Ведь это какая-то последовательность плохо устроена. Альфа и рациональное число. Скажем, альфа это π. Вы это число не до конца знаете, как вы, правильно? А вы его начинаете на n умножать и еще дробную часть брать. И что? Ну и безнадега какая-то. Что, как они себя ведут? Ну еще там первые 10 мы продержимся, ну там первый миллион продержится компьютер. А потом все, никто не знает, что происходит. Значит, вот цель сегодняшней лекции – это осознать, что эта последовательность распределена равномерно. Следствием этого будет то, что, во-первых, например, вот в круговом бильярде, когда шар летает по круговому столу, мы поймем, что его касания, они как равномерно распределены по окружности. И сможем отвечать на такой вопрос. А вот эта дуга, у нее длина 1/100 от окружности. А вот эта дуга, у нее длина 0,03 от всей окружности. Где шар бильярдный побывает чаще? И во сколько раз чаще? Но мы видим, что частота, по которой здесь бывал шар, это единичная окружность, да? Это 1/100, так? А частота, с которой он здесь бывает, 0,03. Значит, здесь шар бильярдный стукается в 3 раза чаще, чем здесь. Понятно? Точно так же, если вернуться к задаче про степень двойки. Вот у вас был вопрос, каких степеней больше? Тех, которые с тройки начинаются, или с семерки? В такой форме вопрос безнадежный, и там бесконечно много. Так? Но если мы возьмем, выпишем много-много степеней двойки и посчитаем среди них те, которые начались с семерки и те, которые начались с тройки, то вот здесь уже осознанно задать вопрос. Доля каких степеней двойки будет больше, каких меньше и во сколько раз? А мы понимаем, что то, что у вас число начинается с семерки, это всего лишь результат того, что у вас прыгал заяц до напрыгла вот в такой вот интервал от логарифма по основанию 10 от 7 до логарифма по основанию 10 от 8. Значит, какова частота будет при большом количестве прыжков попадания в этот интервал? Такая. Это будет логарифм по основанию 10 с 8 минус логарифм по основанию 10 от 7. А во сколько раз это больше, чем то, что начинается с тройки, например, степени двойки? Надо отнести просто к тому, что будет степени тройки. Это будет 4 минус логарифм по основанию 10 от t. То есть мы теперь можем количество оценить, сколь часто встречаются среди степеней двойки те, которые начинаются на 7, и сколь часто начинаются те, которые встречаются те, которые начинаются с 3. И единственное, что для этого нужно,
это осознать, что вот это вот движение зайчика по окружности, оно создает равномерное распределение. Такую вот равномерно распределенную последовательность. Спрашивается, как это проверить? Но, конечно, считать вот так в лоб безнадежно. Надо попробовать придать вот этому отношению какой-то смысл. Более четкий, чем то, что здесь написано.